Казанский ресурсный центр открывает новые возможности. Сегодня сюда прибыла делегация американской компании. Глава района Разиф Каримов Адзаинского муниципального района подарил гостям часы, что становится доброй традицией для Заинска. Надеемся, что мы еще не раз приедем к вам. And working with the people here and all these wonderful people from Grid Company. And we're very, very happy to be here, and it's our honor to be here. Хорошая работа. Thank you. Встреча продолжилась в актовом зале Заинского политехнического колледжа. Сюда прибыли представители энергетических компаний республики. Обучение работе с высоким напряжением без отключения электричества сегодня востребовано в республике. И обучают этому только в Заинске. Президент американской компании Джордж Нильсон и директор по безопасности Тим Селф показали участникам презентацию, как и чему учат в их компании, и выразили надежду на плотное сотрудничество. This training, this lifeline training, will enable us to enable you to provide better service for your customers, which is obviously the end goal. Самое главное, что благодаря этому обучению вы сможете улучшить обслуживание своих потребителей. We will be working for you, but more importantly, we will be partnering with you. Проще говоря, мы будем работать для вас, но более того, мы станем партнерами. Данный проект, который в ресурсном центре Заинского колледжа, политехколледжа, она называется «Работа под напряжением». Да, надо сказать, что работа, она инновационного характера. Вообще, такие работы производились еще в 1930-х годах. Это в Америке, если по истории посмотреть. И она в России была, и для нас она, для сетевой компании, не новость, потому что мы работаем на уровне 500 киловольт, это без отключения линий. То есть, если посмотреть, наши электромонтеры, специалисты, без отключения на высоковольтных опорах, на проводах работают без отключения. Это специальная технология, но требования разного уровня, они совершенно разные. А данный проект будет производиться на уровне сельского поселения. Допустим, мы говорим о проводах, о опорах, которые находится в городах и в селах нашей республики. Со времени открытия ресурсного центра уже несколько групп специалистов прошли обучение. Специалисты американской компании внесут несомненный вклад в качество обучения.